То, что происходит в секторе газа, не должно происходить никогда и нигде, скажем так. Вы знаете, что часто используется сейчас фраза «право на самозащиту», но право на самозащиту не может быть безграничным. Оно не может быть просто по усмотрению какого-то члена международного сообщества, быть просто раздвигаться и быть без границ. Что касается решения, то решение мы видим только одно, и оно, в принципе, было актуально давно. Это двугосударственное решение. То есть Палестина должна иметь собственное государство, а палестинцы должны иметь собственное государство. Без этого рассчитывать на долгосрочное разрешение проблемы, на долгосрочное разрешение кризиса и на то, что он снова не повторится когда-то, я думаю, не приходится. Со своей стороны, да, мы в пределах возможного продолжаем поддерживать Палестину. Я знаю, что в Беларуси в конце прошлого года всем палестинцам, которые обучаются в, нашем вузе, в наших вузах, предложено бесплатное обучение, например. Вот. И так далее. То есть любая, любо, любо, любая гуманитарная поддержка с нашей стороны. Все, что можно делать, мы готовы к этому. Но, повторюсь, должен наступить мир. И мир должен быть долгосрочным. Мир должен быть устойчивым. А для этого, повторюсь, все-таки нужно выполнять резолюции ООН. Решения, в принципе, приняты давно. По, потому что как, как оно должно быть. И их никто не отменял. И к ним нужно относиться с уважением. И к каждой жизни нужно относиться с уважением. И решение простое. Двугосударственное. Два государства для двух народов.